Это город Хальброн, район Буга. Новый микрорайон застраивается, продолжает строительство. Тут все будет в новых жилых домах. Там дальше главный вокзал Хаутбанхоф. Мост там делают на эту сторону через парк. Вот тут все будет застраиваться. И вот это место все будет в застройках. Вокруг вот тут еще земля есть, тоже будет вокруг озера дома строиться. Сейчас вот начали там сначала, и так постепенно будут застраивать. Будет спальный район здесь, как получается. Здесь сделали, когда Бугу делали, парк от вот этот микрорайон застроенный, небольшой. Там ни одного похожего дома. Проект такой. Все под старинку. Каждый дом не отличается от другого. Сделано. Там даже есть вон на доме вертолетная площадка. Так вот застраивается. Постепенно здесь два озера. Вот здесь небольшое озерцо. И вон там дальше тоже есть озеро. Оно идет туда, к мосту Горбатому, сливается в сам Некр. Река Некр идет. Да, сейчас идем. Вот начали в том году, уже дома стоят почти под крышу. Некоторые. Так вот выглядят дома. Разные друг на друга не похожи. Друг к другу пристроены. Сейчас еще с той стороны обойдем. Краны большие. И вот здесь тоже разные. Дом к дому. Там внутри тоже двор. Все разные. Вот с другой стороны, как выглядит. Все разные.
Да, не отстань. Вот тут мост, вот этот сюда, как спальни, только по этому мосту сюда можно, как на остров. Так вот, обошли маленько. А вот это уже новое здесь строится. Вон на плакате там так будет выглядеть. Все, на этом видео заканчиваю. Сейчас пошли мы. Здесь вот еще один был мостик, но его перекрыли. Опять же, тоже можно было здесь проехать. Ну, там дальше как центр у нас идет. Железная дорога, центр, а здесь Днекр вниз стекает. Здесь шлюзовая. Вот мост автомобильный. А здесь сделали уже как парковую зону. Вот здесь спускаются кораблики с лодочной станции. Потом вниз туда по течению переходит и уплывает. Там парковки дальше автомобильные для гостей, кто приезжает. Здесь парковая зона, велосипедная дорожка, вот железная дорога к вокзалу идет. Все, сам Днекр здесь идет. Тут типа сада засаженный цветами. Идешь. Вот электростанция, сливается вода, там уровень воды выше в самом центре, через центр идет, надо подниматься на мост. Вот это новое здание построено, это эксперимента. Здание называется. Вон парковочные. Парк-хаус, короче. Там их два таких. Вот один длинный, весь в огнях. И за ним еще такой же. Тут два штуки их. Это их сделали, когда парк здесь сделали. Делали бугу, и чтобы больше гостей принять, построили еще один гараж и удлинили его. Было короче наполовину лодочный. Тут где-то заканчивался, а там продлили. Все, вот старые эксперименты. Бегущая строка идет. Там что, магазин, да-да? Магазин. С той стороны кафе. Это старые здания. Тоже там действует она, да? Все, тут какие-то мостики пошли. Через Днекр. Так вот мостик.
Там фонтан. Фонтан. Сейчас они выключены, а так они вверх бьют. Метров там 15-20. Там Инзель отель стоит на острове. С двух сторон идет вода, проходит вода. Вот это сам старый Некр. Здесь вот. Для кораблей отвели канал. Сам канал, он там мимо города проходит. Дальше. А это вот старое русло Некра через центр. Там выше шифтеатр стоит. Кораблик под мостом. Вон он стоит. Прям концерт и рестораны. Сидят, тоже отдыхают люди летом. Все, на этом буду видео заканчивать. Всем пока.